Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Шлёпа, Васаби, Форум. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас крутецкая рубрика «Аниматроники пугают охранника», и тысячу лет я не играл роль аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. То есть я буду веселиться, а пацаны выживать. Погнали. Ой, ребята, сегодня я буду издеваться над ними как смогу, по-всякому. И еще хочу сказать, ребята, если у вас есть возможность, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Если возможности нет, я обижаться не буду. На самом деле буду я обижаться. Немножечко буду обижаться. Ну вот он, лох идет, лох. Вам слышно? Да. Сначала, ребята, мы будем делать очень простой режим. Это легкий пока мечта. Потом будет все хуже, хуже и хуже. А, вот это вы сейчас, ребята, зря открыли. Еще бы чуть-чуть, я бы вас всех убил. Прикольно. А, я могу дверь открывать? Надо, я не буду этого делать. Не надо. Да подождите, меня колбасит, у меня что-то перезарядка идет, анимат. Фиги, ее побьем. Она нас побьет скорее. А, ну давай, попробуй меня побить. Не надо. Да я тебе кину на себе, я тебя положу быстрее. Я рискую. А, вот так, значит, ты со мной заговорил. Хорошо. Он не ушел бы, что ты? Блин, выходи, выходи, выходи. Блин, еще чуть-чуть, ребята, я их убил. Один убежал. Опа. Решил что, Чику побить монтировкой по жопе? Это у тебя не получится. Ну, да. Я не позволю агент, этого делать. Ты откуда? Ах ты щенок, стоять. Стоять, я кому говорю. Пацаны, я вижу. Успевает, не успевает. Ну. Ладно, прям перед ног. А, вот еще один. Ты че, убийца, что ли? Ой, наверное, скорее всего, самоубийца. И вот отличнейшее настроение. Если вам нравятся ролики с вебкой, плюсик в комментариях. Если будет много плюсиков, значит, вебка больше никогда на канале пропадать не будет. Потому что, мне кажется, надо делать то, что нравится моим подписчикам. Правильно, пацаны, говорю? Правильно. Да. Так, ну что, давайте возьмем другого аниматроника. Я думал, ты скажешь, что так, поставьте много плюсиков, вебка больше на канале не будет появляться. Есть, я без звука вас убил. Ой, извини, просто так хотелось вас убить еще разок. Ай, блин, это круто. Как же давно не играл роль аниматроника. Блин, это настолько круто. Да вы что, вообще неадекватны? Вы что делаете? Я чувствую силу и мощь в себе. Пистолет возьмем. Кстати, вот этот звук, когда я говорю замоньте, его слышно на всю карту? Да, слышно. Он возле туалетов. Так, ну что, включаем более сложнее роль. Намного сложнее. Отсюда кто-то зашел, что ли? Мне показалось. Мне показалось. Тебе показалось. Да, калитка клацает сама. Пока тут. Кого, никого. Ну что? Я иду. Уже ж мощнее роль у нас. Иди. Дима, не вентиляция, не сзади, сзади, Дим. Ты чего? Стоять, я кого говорю. Ребята, я буду их мочить сильно. Нет, я форума сдал. Нет, где он? Так, есть. Почему гонялись? Форум мой друг. Так, надо внимательно смотреть, чтобы я никого не пропустил. А ты меня не найдешь. Ты уверен в своих словах полностью или нет? Да. Ну смотри, щенок. Потому что я уже обратно прибежал. Я тебя что, пропустил? Да. Блин, вы на что надеетесь, когда вы меня бьете монтировкой? Вы такие наивные чилипиздрики. Охранники сегодня у нас какие-то неадекватные немножко. Я поверю. Аниматроники пугают неадекватных охранников. Пацаны, у вас жопы толстые. Застревали в вентиляции. Толстожопые охранники. А, Дима, я Все, я пошел. Я, короче, гуляю в этом, возле сцены. Вот ты наивный, на кого ты вообще поверил? Он за углом стоит. Я за углом стою, круглого дома, давай. Я вижу его руки. Круглого дома нет угла. А я не могу невидимым вставать, представьте себе еще невидимым. А может гранат мне закинуть там, типа, чтобы... Есть! Стоять! Блин, это круто, говорю я еще раз вам. Так, все, я ухожу. Я ухожу. Я сейчас позову своего друга. У меня есть очень такой злой друг. Это у нас... Во! Ну что, кто это? Это Луна. Кстати, надо, наверное, нам, ребята, знаете, какую рубрику снять? Куда аниматроника по звуку? Мне кажется, это будет круто. Я ж не могу бить. Хорошо, сейчас я пойду. Это не тот друг. Так, Дим,
Наверное, жми. Шляпа бегит. Я все позвал, я знаю, как им управлять. Не переживайте, не переживайте, я бегу. Что там, калитка заела? Ах, ты хитрый какой. Он в вентиляцию полез. Я вижу, я вижу. Ага, сейчас мы его будем чекать. Видели его там ноги вентиляции? Ты меня сдал, Форум. А извини, ну ты постоянно хочешь, чтоб я тебя убивал. Ну, Форум, ты... Блин, это круто. Шлёпа, нет, иди в офис. Так, давайте. А кто еще у нас есть? Дурак, что ли? Дал поджопника и убежал? Хорошо. Хорошо. Я разозлился. О! Давайте возьмем Рокси. А Рокси быстрая. Че, вы боитесь ко мне сюда идти? Да, я боюсь. Да не бойся, не бойся. Ты мне ведь давал это, деньги на аренду пиццерии. Мне там осталась на сдачу. Я там пару дробовиков арендовал. Ты че, гонишь? Какие дробовики? Ну, такие там всякие винчестеры. Стоять, щенок. Стоять, кому я говорю. Иди сюда. За хвост подергайте ее. А где он? Он же ж тут был. Я в мире Майнкрафта. Не успел. Ну, хорошая попытка у тебя была. Довольно-таки неплохая. Хорошо. Так, все. Все, пацаны, я на зарядке стою. Тут возле ящиков зарядка, я стою и заряжаюсь. Да, блютуз. Во, смотрите, как заряжается. Все. Видите, анимация какая зарядки. Дима, ты слышал сейчас только что звук? Дим. Хорошо. Это был звук дробовика. Да, винчестера. А, винчестер даже? Ну, мне кажется, он тебя не спасет, потому что... Так это на вампиров. Я очень... А я что, вампир, что ли? Я ж не вампир. А, Рокси, это кто это, волк? Волчара. Зарядка произведена успешно. Нет. Стоять. Где-то. Все, я в комнате зашкерился, вы сейчас должны будете меня найти, где я зашкерился. Он в туалете. Любимое место Димы. Смотрите, ванвей раскидка. Вы задрали? За углом. Ах ты, гранатометчик вонючий. Форум, я возьму раскидку, я ему гранату закинул. Так, все, вы меня немножко поклоцали, теперь я покоцанный уже. А ты там покоцанный Рокси. И да, иду. Она слабая. А что она говорит? Кто может перенести? А скажи еще раз. Я твоя любимая. Вот это у вас перевод. Один говорит, я тебя уничтожу, говорит, я твоя любимая. Нет, там она говорит, типа, ты уничтожишь. Нет, фейворит это любимый. Либо то, что я самая лучшая, я the best, типа... Так, стоим. Он за углом все это клипает. Видели, как он красиво сальтуху сделал? За углом стоит, говоришь? Да, я за углом стою. На сцене, возле сцены. А, возле сцены? Косожоп. Да. Подожди. Не надо к нему идти. Да блин, вы задали со своими гранатами. Кстати, это тот мод, когда я перевоплощаюсь... А, нет, жизнь не пополняется. Думал, когда, знаете, я превращаюсь в другого, поломанного или целого. А ты чё вообще тут ходишь? Это моя пиццерия, вы должны здесь сидеть. Это мой дом, я его ел. А, вот так, значит, ты сюда заговорил. Хорошо. А, я убегаю от вас. Да сюда. Отойди, щенок. Говорю, отойди, я говорю, щенок. Я дверь не могу открыть. Все, охранники захватили. Все. Давайте, как вы меня теперь убьете? Все. Кто-нибудь будет, ребята, подходить к двери, я буду мочить. А зачем нам подходить? Мы просто пойдем. Кстати, я не буду себе жизни пополнять. Посмотрим, сможете вы меня убить или нет. Знаешь, у меня появилось, я сейчас пойду тебя самору. Открой дверь на секунду. Давайте, если вы меня убьете сейчас в течение 3 минут, то вы будете победителями. Да, можно использовать любое оружие, кроме самых читерских. Красные гранаты нельзя и админский пистолет. Откройте дверь. Подойди, не хочу. Ну что, пацаны, я побеждаю. Стоять, мне надо выжить, я хочу победить сегодня. Вижу.
корм. Дим, ты говоришь, все можно использовать? А, шары. Дим, прямо все можно использовать. Ну как, нет, админское, нет. Читерское оружие нельзя, я знаю, что ты уже... Я даже догадываюсь, что ты хочешь использовать. Отлично. Ай, минута прошла, ребята. Еще 2 минуты у вас есть. Ай. Отлично, ребята, ну я сегодня псих, я в ударе. Немножко, конечно, нервничаю, хочется затащить. Ветер, два шары. Р2 шары. Р2 шары, да, возможно. Вы можете меня даже убить этими шарами. Мы посмотрим. Давайте ему бомбу закинь. Это сейчас шутка. Я стою за углом, давай, попробуй. Он не за углом, он в комнате с манговым. Ай! Ай! 4000 хп. Твоюшка, лошматки! Спасите его, лоха. Он опять за углом стоит. За углом? Еще минута, ребята, у вас еще есть 1 минута. Я надеюсь, у вас получится меня убить. Дима, можно бомбу взорвать? Так, нет, это нечестно будет, вы должны оружие меня убить. А у меня осталось 3500 жизней, я надеюсь, у вас получится, давайте. Я верю в вас. А противотанковое орудие, это сейчас как оружие? Отлично, ребят, ну что, я зашкерился, и это удачно. У него 2000. Блин, у меня очень мало жизни, очень мало жизни. Где он? Вот он, в нашем коридоре. Ушел. Буду перемещаться. Запершило в горле, буду перемещаться. Хочу затащить. Он там, куда кидает. Вот, да откуда вы постоянно знаете, где я нахожусь? Это же нечестно. Я ему на стуку. Блин, представляете, 8 секунд не хватило, чтобы победить. Форум хорош, брат. Короче, я хочу вам сказать одну новость. Я вам поддавался. Да, конечно, правда. Да я поддался вам, ну серьезно. Мы тебе дали фору в 2 минуты, чтобы ты не понял. Ай, блин, это жесть. Да. Это ход конем называется, Дим. Он скам. Какие у вас там кони были? Я вообще не понял. У вас же R2 шары были. А какие кони? У нас еще было, если что, в случае чего пройдет танковое орудие, как конь. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как всегда, красота, лопота и много взрывов. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусь Санек, FM Zoom. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Самая крутая рубрика на моем канале «Аниматроники пугают охранника». Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Слышно меня, как я хожу здесь? Да. Да, отлично. Так, на Ctrl странная анимация. Больше никаких анимаций нету, да? А на R-английску? Во, поломанный. Пацаны, знаете, как прятаться? Правильно. Вы не успели запрятаться, поэтому вы должны все умереть. Но он не дал спрятаться. Ну, конечно, не дал. Вы должны были убежать или вентиляцию успеть заныкаться. Эй, вы... Ох, ты лифт вызвал. И тут хвост провода торчит. А я буду мочить вас. Не успели, пацаны, отлично. Ох, сегодня я буду мочить. Ребята, запоминайте. И напишите в комментарии, сколько раз они сегодня умрут. Я надеюсь, раз 50-100 они будут умирать. Поняли, пацаны, что я говорю вам? Так, у меня 10 тысяч жизней. Ой. А откуда? Ты должен сидеть в офисе. Твое место на параш. Ой, твое место в офисе. Так, поизучаем карту это немножечко. Она очень классная. Ребята, кто... любит часть FNAF 3, напишите в комментариях плюсик. Посмотрим, сколько нас. Потому что я люблю очень часть FNAF 3. Она классная и интересная, и очень сложная. Конечно же, там, как обычно, есть чокнутый спринт-трап, который всех мочит и бегает за всеми. О, я могу вентилять. Да ладно, это... А это законно? Подожди. Ах, ты меня по ногам решил, да, стрелять? Хорошо. Хорошо, гусанек. О, смотрите, они бомб доставили, чтоб я умер.
Так, а если резко пробегу? Нет, не получится. Получится, у тебя все равно мало хп отнимется. Ну хорошо, получится, получится, только я вас обману немножко, пацаны. Вы даже тут... Ах, вы зараза, они даже тут, ребята, поставили. Я иду, я иду, я иду. А на лифте решил уехать, хорошо. Шкаф! Ай, успел. Я... Хорошо, успел. Ребята, тот случай, когда они реально успели все попрятаться. Уходи, уходи. Ты что, со шкафчика по мне стреляешь? Нет, это не я стрелял, это не я стрелял. От кто это? Вижу, 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 бегу. Есть гусанек. Через стены. Ну я случайно, извини, я хотел... Ладно, я хотел. Ха-ха, сказать, что я не хотел. Так, и пришел его брат. Ах ты, зараза, успел бомбу поставить, но я прошел через нее. Ой. О, ползучая морда. Теперь я могу по вентиляции лазить. Я не зал... А чё не прол... Ты чё, жирный, что ли? Ты права, на Ctrl нажми. Да я понимаю... Нет, не лезет. Не лезет! Это бай! Ты чё, вообще, что ли, сумасшедший? Через шкафчик, не... Так, я пошел, короче... Ой-ой. Лифт едет, я пошел. Вентиля... Ой, в подвал. Мне надо там кое-что забрать. Поремонти... Ах ты, зараза, гранаты мне кинули! Это что, сюрприз? Да. Так, ребятушки, я прилез... для того, чтобы подчиниться. Нифига себе, ты мне жизни вынес! Я за твой пулемет сел. Ха-ха! Аниматроник за пулеметом сидит, ребята! Это же круто! Где вы еще такого видите? Ха-ха-ха! Я тебя убил! Что там происходит? Я за пулеметом сижу! Никто теперь не сможет пройти! Спасибо, что ты мне пулемет поставил! Спасибо тебе большое! Вот это у нас... Ах ты, зараза, ударил пулемет. А что это у меня за физган на башке? А что у меня за... на башке был физган? Это честно? Гравитиган, то есть, был. Отлично, ребята. Я должен сегодня всех убивать. Так, все, я иду до запчастей. Вот тут в коробках запчасти. Я сейчас починюсь. Смотрите. Так, чинимся, чинимся. Все. Я теперь целый. Теперь я буду их крыши... Ты что, с Counter-Strike оружие научился пользоваться или что? Беги, беги! Знаешь, куда тебе сейчас это оружие засуну? Блин, накидали, я не вижу, смог вонючий! Так где... Вы бросили своего, ну как вы могли, вы предатели! Шарлатаны. Идет быстрее сюда. Я иду, я иду. Я буду вас мочить сейчас, пацаны. Отлично, отлично, отлично. Это я еще не... А что, еще кто-то остался живой? Все, отлично. Кирилл Геймер, извини. Извини, обстоятельства, не хотел. Так, все, я иду в комнату, мне надо там жизни пополнить. На зарядку иду. Пробуйте меня вытравить оттуда, если получится. Все, я в комнате. Все. Вот это вот, видите, станция? Это для того, чтобы заряжаться. Я заряжаюсь. Так, на жопе зарядка у меня. Все. Я на зарядке стою. Слышу, бегут, бегут. Я слышу, прямо здесь двери стоят. Так, так, так. Что-то они там выбирают. Это очень странно. Ах ты, зараза! А, нет, это не сработало так. Ага. Так, удалим бочку. Да ты задрал, ты чё ветер запускаешь? Вы не умеете гранатами пользоваться совсем. Я могу вентиляцию здесь удалить? Не могу. Да вы задрали! Гори, гори. Я выхожу, я выхожу. Зарядка произошла успешно. Нормально вы меня так подожгли. Эй, вы сейчас тут люстру поломаете. Ого! Кстати, огонь не сильно меня дамажит. Ну, потрепал. О, разрушили меня. А, вот так, значит. Я опять иду в подвал чиниться. Но при этом давай буду сейчас всех мочить. Челлендж без шкафа. Да. Какой шкаф? А, что типа, если вы даже не в шкафу, убивать вас? Ой, в шкафу. Нет, в смысле, не залезать в шкаф. А, хорошо. Согласен, давайте. Сами себе усложнили все. Ты че, вообще дурак? Я сейчас... Извини, извини. Вот, вижу, 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 вижу. На! Кстати, один остался живой, надо его поймать и замочить. Так, лезем. Мне надо, кстати, починиться. Я в подвал опять за запчастями иду.
Да хватит тут ходить, не умеете залетел играть. Залетел вентиляция. А, по два... Лифт без меня уехал, что? Ты чё? Да ты что тут делаешь? Да я полетел. Ого, у меня прям, смотрите, какие-то провода со спины торчат. Уезжай. Не успел, хотел мне гранаты кинуть, не успел. Я чиниться иду. Сейчас у меня опять будет полные жизни. А-а-а! Хорошо, подожги, хорошо. Так, а я не могу на шив быстрее ползать, нет. Эй, не мешай мне. Я хочу пополнить себе жизни. Так. Вот, все, я вот здесь запчасти, берем запчасти. Все, я опять починился. Так, надо звать своего братишку. Так. Что происходит? Луна идет. Я позвал своего друга. Интофурика, сейчас он будет всех мочить вас. Готовьтесь, а? А мне кажется, кто-то тут есть в подвале. Давайте побегаем, поищем. Не, никого нету. Я думал, тут кто-то есть. Все, так, Дима, меня здесь не найдет. Я поднимаюсь. А ты в подвале? Нет, я только... Нет. Не, в подвале его нет, потому что радиус моего удара очень я высок. Я только туда хотел спуститься. Все, я поднимаюсь к вам, готовьтесь. Ого, меня колбасит. Смотрите, на руках хожу. Ну, да ладно. Так, ищем, а ищем, ищем. А, вижу вентиляция. Идемте его замочим. Привет. Отлично, я на руках прям по вентиляции хожу. Это очень странно выглядит, но я это делаю. Ребята, обязательно ставим лайкосики и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, если вы хотите с нами пообщаться. Не забываем. А кто там гранаты кидает? Ты чё? Ах, ты меня решил поджечь. Хорошо, хорошо. Уезжай! Ах, блин, я об стол куда... Я сейчас вызову вас назад, не переживай. Уезжай быстро. Давай, лифт. Ты чё мне гренку под ноги кинул? Эй, лифт, ты куда? Я ж тебя вызвал. Опять гранат. Она столько мало жизни отнимает, что мне нифига этого не делает. Да ты за... Ты голимый, что ли? На тебе, гусунек, хватит кидать мне гранаты свои. Да вы... На! Отлично. А, меня сейчас придавит. А! Да блин, да меня... Меня колбасит. Ладно, давайте вылетим, потому что что-то я забагал игру немножко. Ого! Ого, жизнь отнялась. Гусанёк, Кирилл Геймер, вы чё? Я слышу, как кто-то кнопки клацает. Вы чё, прекращайте. Я слышу, они не дают мне, короче, на лифте спуститься. Так, давайте сюда сходим. Вы неадекватны. Давайте, короче, если я сейчас продержусь 2 минуты, я буду победителем. Время пошло. Так, 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 ребята, сейчас страшный и четкий момент, когда я должен затащить. Да, я... Но он страшный для вас, для меня он четкий. Тихо, кого-то вылетел робот. Тихо. Они хотят меня найти, но не получится. Все, ребята, я зашкерился. А пусть теперь меня поищут. О, вот это нычка! Вот этого я даже не знал, что здесь такая нычка на карте есть. Так, прошло уже 20 секунд, я играю пока, Мишта. Все отлично. Время идет, но оно на моей стороне, потому что мне нельзя высовываться. Если я продержусь 2 минуты, все, я буду победителем. Ты что, дурак? Вот здесь. А ты чем я хотел убить вообще? Ах ты какой. Кирилл, просто... Вы чё, дураки? Я даже сейчас проиграю, у меня жизни мало! А где он? Тихо. Я его... А, это сам... Отлично! Я его вижу, я... Так, минута 10, еще 50 секунд, нужно продержаться. Да, это я. Так, у меня 2400 жизни осталось. Отлично! Отлично! Я... А я не буду говорить, где я. Пусть догадаются сами.
Ладно, давайте я вам еще фору дам, на минуту больше вам дам. Я ничего не вижу, вот честно, ничего не вижу вообще. Да я подался специально вам, чтобы вы выиграли. Ладно, давайте еще. Давайте еще одну дуэль. Давайте еще одну дуэль. Давай. Ой. Ой, а вы мне с того раунда приглаш. Да стойте, стойте. Так, давайте вообще с другого пака возьмем аниматроника, чтобы было интереснее. Так, ребята. Во-во-во-во-во. Так, сколько у меня жизни? 8500. Все. Стой, 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 это не тот аниматор. Во! Ну, невидимым вставать не буду. Давайте я в подвал спущусь, и время пойдет. Ладно, давайте я так спущусь. Все, давайте. 3, 2, 1. Раунд пошел. Все, отчитаем время. Вот это сейчас будет жестко, ребята. А я тут буду ящики все ломать. Блин. Кстати, этот аниматроник на радиус не бьет. Мне надо только прицеливаться будет. Знаете, как мне сейчас сложно будет? Ой, а что со мной? Отлично! Отлично! Пойдет, пойдет. Так, 20 секунд есть. Кто меня вызвал? Во-во-во-во-во, все. Вот теперь они меня не смогут убить. Так, Гусонек, ну что, ты идешь ко мне? Я тебя жду. Я должен тебя... Отлично, FM-зум, это было с твоей стороны не очень... Кстати, жизни у меня очень мало. Вот это они AR2 шары хотят закидать. Слышь ты! Я всех убил! Отлично, как они хотят все ко мне сюда... Ого, я могу холодильники двигать. Так, минута прошла, даже чуть больше. Ладно, пусть будет минута, будем округлять. Все, я заныкался, я очень сильно заныкался. Прям очень жестко. Даже в подвале есть классные нычки. У нас слив забагался. Чё с лифтом? Он забагался. А что вы сделали с лифтом новым? А все, ты не сможешь выйти оттуда. А мы туда попасть не сможем. Ой. А, вы лифт поломали! Я, всё, а что, вы его зафизганили, обманщики! Нет. Нет, мы его не физганили, он сам. Так вы что, новый лифт? Я только на ремонт потратил кучу денег. А по звуку он как не бы был. Едет. Молодец! Ну что, пацаны, второй раунд я, наверное, выиграю, чувствую, даже уже, наверное, выиграл. Ну ладно, давайте уже доиграем эту битву. Мне кажется, все-таки они, охранники в этом ролике победили, потому что очень красиво играли. Ух ты! Вот это вы молодцы. Кстати, у меня 3000 жизни осталось. Не так уж-то и много. Так, давайте холодильники удалим. Отлично. Че, щенки, я выиграл? Попробуйте. А вы ж не сможете спуститься. А вы что, удалили его? Удалили лифт новый. Ай, выйдите из меня. Молодцы. Я рада, что вы очень умные. Ой, а че это труп прилетел? А че это еще один труп прилетел? Давайте, охранники. Толпа охранников должна падать здесь только так. Молодцы. Ребята, очень умные охранники попали. Смотрите, как они сейчас будут все вниз падать. Давай, высовывайся. А вы хотите AR2 шары ко мне? Ой, сюда шары. Serious M2 накидать. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Тихо-тихо, мне пора. Я вспомнил, мне надо купить хлеба. Какого хлеба? Ай, шары. Блин, они очень сильно дамажат. Очень сильно. Ой, это был добивочный. Все, я заныкался. Все, ребятушки, теперь я их буду красиво ждать здесь и мочить. Давайте, кто первый? Да откуда ты взялся? 1000 жизней. 1000 жизней. Очень мало. Очень. Вот, отличная тактика. Отличная. Давайте сюда. Да ты задрал. Да все, 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 все. Я выиграл. Ладно, вы выиграли. Какой ты выиграл, не? Ладно, ничья, ничья. Ну, один раунд я, один раз вы. Ну, даже нет. Второй раз у меня был аниматроник немножко послабее. Ну, мне кажется, он был меньшего размера, поэтому было тяжелее попасть. Ну, да.
да. Но все-таки, как всегда, побеждает дружба. Конечно, конечно. А дружба это я. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Подлючка, Гусеняк, Профит. Как всегда, отличное настроение. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Салам алейкум, братья. Сегодня у нас очень крутецкая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, едем в наш, пацаны, офис на тележечке. Все по красоте. Так, я уже даже придолбался на ней ездить. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И заходите в наш дискорд, если хотите пообщаться. Так, я здесь припаркую. Вот так, о, все отлично. Это наше средство передвижения. Да-да-да. Кстати, хочу показать эту вам карту. Тем, что у нее есть очень... Жопа мне тут на лицо садится. Здесь очень классная система. Когда мы закрываем двери, идет время. 5 секунд. И после этого дверь сама открывается. Поэтому мы не можем теперь дверь сюда держать открытой. Ой, закрытой. О, пошел псих. Здесь очень классно камеры сделаны. Поэтому будем все вместе с вами сейчас смотреть. Даже пронумерованы. Он идет. Закрывай! Закрывай. Давай мы тележку свою переставим. Ой, не... началось веселье, ребята. Эй, закрывай. А, не можем закрывать же. Не можем. А, у нее там немножко этот, приступы неадекватности. Уйди, фу. Кажешь, когда будешь этот найти, я закрою. Так, давайте я включу, наверное... Блин, непонятно, где эти камеры включить. Так, это главный зал. Коридор, вот сцена. А, нет, это не сцена. Он в комнате. А, это добрый, у него. А, пацаны, это добрый. Фух, тьфу, я уже испугался. Не бойся. Уже так, чуть-чуть. Я так понимаю, коридора к нашим дверям здесь нету. А вот, наверное, вот этот коридор. Он сейчас когда выйдет, мы посмотрим, да. Ты нас пугаешь, уходи. Все, уходи, щенок вонючий. Плохой дядя. Так, это тоже нету. Ой, кстати, он разозлился. Это пиццерия двухэтажная. О! Он теперь хочет нас убить. Но у него ничего не получится. Да, пацаны? Надеюсь, да. Кажется, когда он будет бежать, я закрою калитку. Опа. Вы его видите? Нет. Ну, давайте, это будет камера. Или вот это вот, вот это вот. Он может невидимка. Нет, это не, невидимые не могут вставать. Закрывай, когда уже близко будет закрывать, сразу не закрывай. А, ползущий Монти поломатый. Ай, мы ж не можем. Выходи, быстрее. Выходи. Нет, бежать. Есть, убил. Ой, плохо, что убил наш. Ой, он починился. Ого, я прям в стол залез. Нифига себе. Я ж там немножко приуныл. Так, мне кажется, тележку надо нашу перегнать. Сейчас я ее, пацаны, перепаркую. А, давай, садитесь, на объезд поедем пиццерии. Да, едем. Обзорчик делать. Поехали, короче. Ребята, настроение отличнейшее. Да если вы смотрите наши ролики, тоже улыбаетесь. Сегодня обзор пиццерии. А вон оно, это число какое-то. Да все нормально, пацаны. Это перепрограммированный аниматроник, она нам ничего делать не может. Подожди, тут где-то есть спуск на первый этаж. Как туда спуститься? А где? А я не знаю. О, подождите, с другой стороны, сейчас мы поедем, сейчас. А блин, ее так колбасит странно. Все нормально. Это конченый аниматроник. Тихо. О, во. Блин, ну управляется так по-рахитному. Так, пацаны очканули. А я еду. А, надо, наверное, двери открывать, так не найти этот вход. Садись. Он еще не злой, Дима, можно... А я знаю. Это же голимый аниматроник. Просто тележка, это тоже его друг. Управлять не умеет. Я уже привык, надо просто заранее в поворот входить. Как на спортивной тачке. Подождите. А, тут Дима наш офис перепутал. Вот я вижу, где офис наш. Дима, не топи ты. Привыкни к аппарату. Да, привыкни к аппарату. Блин, класс. О, стоит. Видите, они нас не трогают, они боятся нас. Щенок, да, Дима. Ой. Ой, бегите. Ничего, мы успеваем. Да? Да блин! Так к аппарату привыкнуть не могу! Блин. Есть, отлично! Смотри, стоит. Все, паркуемся вот так вот, наверное. Стойте, пацаны. Да что я колбасит? О, я знаю, где. Вот там вот припаркуюсь. Стойте, аккуратно. Во! Дима, ну нам еще вентиляцию заехал, знаешь? Не, ну чтоб не пролез как раз никто. Так, смотри. Ну да. Привыкни к дверям. Это уже своим, да? Внимательно слушаем. Это хитрый аниматроник, он может нас обмануть.
Камера вообще он здесь без... беспонтовые камеры, в них ничего не видно. О, молодец, что закрыл. Ого, страшно. Что нам показывают? Да, карий свой вонючий. О, кстати, это невидимый аниматроник. Он исчез. А его нету. Не бойся. Не бойся, да. Первую. Это точно. А я сейчас описываюсь. А, вот, кстати, есть камеры, где мы видим небольшие такие части нашего прохода. А вы фонарик включите, будет видно. Я вижу, вижу. А, тень будет видно. Вот он стоит возле двери, смотри сзади тебя. Блин, хорошо, что ты сказал за фонарик. Опять нам карий свой вонючий показывает. Слышь ты, а иди зубы почисти, а потом нам открывай рот. Блин, ну здесь, конечно, сложновато, тем, что двери закрываются сами. Ой, открываются. Ха-ха, вечно путаю. Эй, ты чё, дверь не откры... Тихо, беги, беги, беги. Бегите, бегите, глупцы. Ты чё, он так выбежал, я ничего не знаю. Всё, 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 я заныкался. Он меня не найдет. Я вижу камеры, которые ты там клацаешь. Ты сейчас клацаешь камеру, да? Да. Вот, я вижу, ты сцену сейчас включил. Блин, классно, на автоматах видно камеры. Ой, блин, я спалился, где я? Ой, беги. А не, не придет. Ай. Не придет, не придет. Под лючка двери умер. Да я этот. Я буду немножечко отсюда спетливать. Так. Отлично. Уходим. Ой! Блин, он сзади меня, пацаны! Я успеваю, я успеваю, я успеваю. Ай, быстрей! Есть, есть, я отрываюсь. Он медленнее, чем я. Вы в зале там, да, бегаете? Ух, я ушел. Я ушел, я ушел! Пацаны, готовьтесь, я сейчас забегу в комнату к вам. Нет, я еще не забежал. Ой, я нашел вход на второй этаж. Блин, он возле меня. Возле меня, блин. Тихо, давай тихо. К нам, давай к нам. Я иду, я иду, я иду. Беги, беги, беги. Это что было за взрыв? Тележка наша. Пацаны. Наша тележка сгорела. Ну вот и все. Блин, вот он стоит. Вот он стоит. Новую тележку нам поставил. А, блин, убил меня. Ну я поддался. Да ладно, не поддавался. Да нормально, все нормально, это тележка кривая. Своим путем. Давайте мы опять загородим здесь проход. Так, пацаны, я теперь знаю, как на первый этаж можно поехать. Я сейчас туда еду. Давай. Давай, едь. Пацаны, он идет, он идет, он идет. Он вентиляция? Не-не-не-не, не вентиляция. Так. Ой, голова Фредди, пока, и тучка. Ой, ой. Так, отлично. Блин, насколько я знаю, тележка по ступенькам не ездит-то. Да что ж ее так кидает? Управление нулевое. А мне ничего не сделает. Да? А, я вижу, он бегает там где-то. Так, отлично. Он растит маленький. Почти. И вот тут где-то спуск есть на первый этаж. Вроде сюда. Во, я нашел спуск на первый этаж. Я съезжаю. Эй, что, мне перегородил путь? Попробую сбить его. Опа, убежал. Боится меня. Видите? Цикливый аниматроник. Ай, меня колбасит. Ухо. Есть, я заехал. Я заехал. Блин, здесь темно, жесть. Вот это здесь темень. И фонарик, да, не работает? Там ночной режим. Ночной режим. Закрыл. Пацаны, я живой. А ты не ныть, не прячься. Не радуйся раньше времени. А мне ничего сделать не может, потому что когда я в тележке, убить меня не может. Все, я выезжаю наверх. Ну ты читер просто, я так и знал. Все, я выезжаю, пацаны, к вам еду. Обход сделан успешно. Иди, иди. Так. Слышу его. А я вижу его. Я вижу там сейчас. Да блин, тележка по ступенькам не ездит. Ладно. Придется ее здесь оставить. О, я улетел в небытие! Да что за бред? А куда я лечу? Все, пацаны, это все. Это провал. Подземелье. Даже карта исчезла с виду. Все, я с вами. Я воскрес. Из пепла и восстали машины, да? Из ада. Кстати, в этом ролике мы, кстати, очень мало раз умираем. И это очень хорошо. Это означает, что у нас очень высокий левел выживаемости. Ну, не знаю, как у вас там, но я лично такой я себе. Ой, да? Марионетка идет.
Я слышу, эй, я ловушка. Слышу. Я выживу. Ой, прости, не прыгай, я зря сказал такое. Где она? Лянь идет, вот где она. Где-то черепиздрих. О, привет! Как дела? О, ой, беги. Ой. А не, все, она зависла. Батарейки лопнули. Че, вылупилась? Готовься, сейчас с этой стороны придет. Не-не-не. Нема? Нема. Да хорошо, так смотрим по камерам. Ой, обычный. Бежит, бежит, бежит. Пока, щенок. Хорошо. А, она с этой стороны пришла. Да блин, мы только сейчас потратили энергию. Ну ничего, энергия сразу пополняется. Все, пока. Ого, что у нас скрипит? Деревянная, это походу. Дверь. Ха-ха, по затылку ей дверями. Ой, извини, извини. Она бежит с этой стороны, готовьтесь. Не готов. Ой, блин. Аниматроник обманул нас. Обманка-шарманка. Эй, ты в канализацию иди. Иди, ты откуда пришел. Так, я вижу, вот она вышла. Опа. Я вижу вон у тебя там сбоку. Бонька, Бонька. Фокси. Фредди. Злой Фредди. Вентиляцию идет. Давай. Кидайте гранаты, давай. Закидывайте гранаты. Пошел отсюда, короче, мне. Ой. Отлично, я обманул. Не надо. Ай! А я этот. Не получилось обмануть. Короче, я сейчас, наверное, к вам приду. А где ты? А я в этой. А мы закрыты. Неважно. Я сейчас к вам приду, подожди. Давай, давай, мы тебя ждем. Если это тот путь, то я сейчас к вам приду. Давай. Так, смотрим по камерам, где кто. Ой. Ходит. Где он, где он? Нема его? Ой, не а знаю, где? Не, нема. Нету. Блин, ну аниматроник сегодня какой-то хитрый. Опа, идет! Телепиздрик. Пробегай, пробегай, пробегай. Отойди, отойди, отойди. О, ребят, я вас вижу. Мы обманули его. Вот он я стоит, вот. Гляньте, идет. Тихо, 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 стой. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Рафит, тихо. Дима, это вылази. Включите этот. Включите фонарик, чтобы видеть его. Да-да-да, он поднизит. А, закрыто. Я слышу его с этой стороны, с правой стороны вроде идет. Да-да-да. Так, а что у нас тут еще за датчики есть? Слышу его! Идет. А где он? Не знаю. Он уже у нас! Ой! А! Уходи! 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 Все, я оторвался. Я убежал от него. Я а вижу. Я ой, блин, он вышел. А как он так быстро ходит? Что за бред? Даже через фонарик не. Идет, идет! Ай! Да блин, да что это за урод? Лысый. Блин, лысый урод. Дай пирожка, лысый. Лысая башка, дай пирожка. Так, это наш ходит. Ой, вот он у меня. С какой стороны? С левой, с левой. Молодец. Проститучка. Тихо, 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 тихо. Вот он, левый волчара, беги. Ой, да что он вечно заходит? Отойди. Пока. А он добрый, да? Нет. На тебе. Граната! Граната! Ой, Дима, пока. Да ты что, руки из жопы, ты криво кидаешь гранаты! Ой, ой-ой-ой, он там. Так, он поломался. Упал. Где он? Шапку забей. Эй, вставай, говно! Он алкаш, короче, он просыпается. Пока. Перед ним закрыли дверь. Ой-ой-ой, куда? Дай ему по шапке, дай ему. Давай, ушел отсюда в страхе. Ой. 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 Беги. Он меня не убьет. Ну он вообще слабый, пацан, у него батарея разряжена, видите, постоянно падает. Что-то его крутит, пацаны. А чё? Кто это с ним? Эй, тебя колбасить что ли? Чё с аниматроником? Батарейки с Алиэкспресса купили. Там у него, короче, электричество. Вот это тебя жестко колбасит. Да не, 9000% вроде.
Да чё с ним? Куда? Всё, пока. Всё, переломило его дверями. Он его разрубил. Ещё оглядывается. Всё, шапку. Это моя. А её нельзя никак забрать? Было бы классно. Нельзя. Это чё? Это моя. Понятно, что я, короче, отправил. Есть, я его ранил. Я знаю, что надо взять. Я сейчас кое-что сделаю. Я ему сейчас сюрприз сделаю, пацаны. Ой. Монетка? Ой, извини, да. Не хотел. Ну ты молодец, конечно. Да ну это слабое оружие. Ну все, что боятся. Пока, Дима. Даже двери удаляет. Вот это мощь. Ребята, ну вот это оружие. Это лазер, который выжигает. Смотри. Ой, да что ж ты подошел? Ты не попал по мне. А, не попал, что за взрыв был? Он в офисе у нас. Ой, я иду его мочить, пацаны. Давай. Давай. А что его еще делать? Вот он. Молодец. Ребята, ну что, аниматроники сегодня не будут нас уже мочить. Они этого сделать на... Щенок. Щенок! Не меня надо. Ай! А, он меня отомстил, пацаны. Я понял, что мстительный. А я готов еще к ним повоевать. Где ты, щенок? Все, он стоит, вот он. А, вот так, значит, да? Отойдите все от него. Все, я открыл охоту на аниматроника, пацаны. Теперь он никуда не денется. Закрываем его в офисе. Я буду его ждать. А чем летает? Давайте инфу, где он ходит, я его сразу замочу. Да, он Саня пригвожден. А, пригвожден? Отойдите, вот отойди. За что ты? Издеваемся над ним как можем. Хорошо, давай. Ну чё он там, расфризился? Слышу. Пам и нету. Это легко, пацаны. Давайте его пригвождать не будем, попробуем вот так убивать. Где ты? Ой. Ай, блин, извини. А где он? Этот щенок. Он а чё не умирает? Ты попасть не можешь. А чё за взрывы тогда, если я не мог попасть? А, всё. Ой. Фу, читер. Ну что? Говно, где ты? А ай! Ой! Да ну спасибо тебе! Не за что, обращайся. Где он? Ой, нет, не у меня. А вот он в зале с главным. Я его сейчас выслежу. Вот это была быстрая смерть, ребята! Сразу, сходу. Мгновенная смерть. Все, давайте, пацаны, у каждого по одной жизни. Если он сейчас может нас убить, то мы проиграли. Я беру одинский пистолет. Давай, бери. Все, давайте, минута пошла. Если в течение минуты не убивает, то все, мы выиграли. Я сейчас просто от него спрячусь, да и все, буду здесь отстоять. Я тоже заныкаю, чтобы он меня не увидел. Я сейчас только что увидел. Все, ребята, все, я заныкался. А если он зайдет, я его сразу убью. А мне не, а я этот... А я знаю, где... 10 секунд прошло. 50 секунд у него еще есть. Кто умирает уже этот, не возрождается. И тот не лох, сразу говорю. Хорошо. Гусанёк, у тебя 40 секунд осталось. Ладно, пацаны, я не лох, а вы будете лохами, если умрёте. Дайте подсказочку. Не а ты можешь любого аниматроника взять, даже который на расстоянии дамажит, бегать и клацать просто. Да я подсказал, я... Да-да-да-да-да. Да я что? Ну и все. Все, я молчу, я улетел за карту, чтобы не мешать гусаньку. Второй! 20 секунд! 20 секунд! Все, я просто лежу, да, получается? Ты сейчас выиграешь, короче. Он может через, кстати, второй этаж даже замочить. Я вижу, как он летает по карте даже. Он даже не ходит, а летает. Ах ты хитрый, как он хочет убить. Пошел на первый этаж. 10 секунд! Да где? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Нет, да ладно, мы что, проиграли?
Да. Да, мы лохи. Ну давайте честно, мы ж поддались ему. Конечно. Как-то маленькая. Блин, это было весело. Гусенек, ты победил сегодня. Игей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Гусенек, уга-буга. Кирилл Геймер, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Наконец-то здравствуйте. Ребятушки, наконец-то мы нашли эту карту, где аниматроники ходят. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение FNAF 1. Погнали. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ральтосики выпускаем каждый день. А, смотри, побежал Фокси, быстрей. Я пошутил, он поверил. Сейчас они потихоньку начнут подкрадаться все ближе и ближе, потом начнут возле двери прям жестко стоять и палить. Во, это первый знак, что сейчас начнет двигаться аниматроник. Слышите музыку? Я слышу, тут, блин, путаются люди под ногами. Дим, пошли пиццу поедим пока. Сейчас, вот, видите, Бонни пошел. Так. Так, не зажимай меня, блин, я боюсь, вдруг он резко побежит. Он может в нашу сторону побежать. Вот, видишь? Он в другую сторону пошел. Так, внимательно. А че он туда пошел? Дверь открывать умеет. Ха-ха! Вот это неумно. Давай рискнешь. Фокси начал активироваться. В смысле? Вы слышите Фокси? Нет. Поет он. Да. Подготовьтесь, он может резко побежать. Кто-то в офисе будьте. Ну вы скажите. Да, я скажу, я смотрю. Он не будет телепортироваться, он прямо откроется штора, и он начнет бежать. Так, надо уже теперь следить за двумя сторонами, туда и туда. Так, ты тоже следишь? Да. Все. Давай, я буду за Фокси. Вышел Бонька. Так, идет. Я лучше не буду к нему подходить, это очень страшный. Куда он идет? Вот дурачок. А Гусенек, наверное, всрался, да? Нет, я сижу за офисом. Все правильно. Только камеры не трать энергию, я буду говорить все. А сколько время показывают там на дисплее? Сколько? 4 часа утра. Так быстро? Че ночь так быстро проходит? Не знаю. Камера заключила. А значит, они сейчас начнут двигаться. Бонни пошел в вашу сторону. Идет к вам. Так, уйди. Блин, я теперь боюсь, чтобы мы не проиграли. Так, смотри, сейчас будет другой аниматроник начинать идти. Так всегда делают, они начинают путать нас. Так, следим. Сейчас, наверное, Бонни, или Чика, или Фредди пойдет. Сейчас Чика пойдет, по-любому. Ты думаешь? Да, Чика пошла. Так, ну нафиг, я боюсь. Кстати, Чика намного быстрее, чем Бонни. Опа. Бонни, похоже, возвращается. Я вроде слышу, как Бонни идет. Блин, а если они меня окружат? Убежим в столовую. Да? Ты боишься? Да. Так она бывает, знаешь, что делает Чика? Она заходит сюда и начинает холодильником тарахтеть. Так, Бонька встал за нашу левую дверь сзади. Музыка включилась. Что, бегаем? Так, да, это значит знак, что сейчас еще один аниматроник, скорее всего, упадет. Или Фокси побежит. Следим. За Фокси следим. В кабинете. У нас энергии достаточно. У нас достаточно энергии, мы можем просто закрыться в офисе. Да? Закроемся. Ну да, когда уже кто-то пойдет резко, а может закройте там, где сторона Бонни, закройте? Да не, у нас много энергии. Да не, вдруг он резко зайдет. Чика идет. Тихо. Она к нам идет? Опа, пострадал. Ой, этот, пошла в ту сторону. Все нормально. Ой, it's me. It's me. Сейчас Golden Freddy появится как? Нет, тут нема, кстати, его. Я, похоже, Фокси выйдет. Ну, ё-моё, бумажки эти. Бонни идет. Так, внимательно. Так. Остановился, думает. Так. Мы прошли так быстро? Да. Мне кажется, вы включили режим фаст. Да это Гусенёк включил. Ну, Гусенёк. Все, и все в комментариях пишут, Гусенёк. Не надо это ничего ему писать, ты сейчас напишут опять оскорбление. Да не, нормально. Это, кстати, была пробная ночь. Давай теперь ставь хард. Все. А это седьмая ночь. Седьмая ночь? Ай, кто меня кто включил седьмую ночь? Ты. Ты вроде не нажимал ни те семерку, ты чё? Ну... Это странно. Ну все, ребята, это хард и седьмая ночь. Чика. Нифига себе, это чё так... Они одновременно начали атаковать. Значит, сейчас Фокси побежит, кто-то стойте там. Нет, Фокси еще не высовывается из-за этого. Чика жрёт, смотри, иди, посмотри, Чика хавает. Идет, отойди. Она блин, сидит? Не перегораживай, карта какая-то тонкая очень, надо быть внимательной. Бонька идет. Блин, музыка такая здесь стрёмная. Ой, Фокси выглядит... А, нет, мне показалось. Чика. Чика быстрее ходит. Да, она идет. Идет. Встала, я контролирую, все четко. Ого, Фокси побежал. Смотри, сейчас будем его руки видеть. Так, смотри.
Фокси стоит. А, такой звук, будто Фокси побежал. А это Чика ходит. Ага, понял. А у нас обе двери закрыты. Да! Да. Открывать? Не-не-не-не-не. Бонька уходит. Бонька уходит, можете открывать одну. Слева открывать? Да. А Чика смотрит в правое окно. Отлично, все, хотя бы одну дверь открыли. Опять Бонька идет Бонька ушел. Все, я вижу, с левой стороны я все чекаю, пока мне что. Надеюсь, мы затащим. Камеру сломал, камеру. Ёбарасоте. Да не бойся, это все нормально, ты должен умереть. Да она пошла на меня, это Чика. Короче, жирный. Делаем ставки, пройдем мы эту ночь или нет. Вот просто, мне кажется, сложно будет, пацаны, но возможно же. Ну да. Возможно. Ну вот справа дверь пока нельзя открывать, можно открыть справа. Не, подожди. Если энергии дадут. Чика опять на кухне бьется своей башкой. А, все, давай, открывай справа. Все, Бонька, скрывайте дверь, около вас Бонька. У меня закрыто слева. Я все чекаю. Она там стоит. Фокси поет. Так, а ну как Чика же... Чика идет к вам. Так, стоит, видите? Стоит Чика, да, у двери уже. Когда, вот так вот. Блин, не она видно, ну как посмотреть? А ну включите кнопку там. Бонька опять к вам идет. Пацаны, такое ощущение, что мы не затащим. Вот там у меня что-то складывается сразу плохое впечатление, что будет очень сложно. Дим, ты посмотри, сколько у нас энергии и это... А энергии еще много? Да. Офигеть, я думал, тут энергия быстро садится. А, ну все, давайте тогда шкериться, да? А что делать? Мне кажется, Саня что-то там подрубил. Да нет. Ничего не подрубал. Не-не-не, она ж села уже, видишь, уже тут были палочки вначале, уже нету. Так я не в офисе, я в этом, в главном зале. А, нет, осторожно. Ничего не подрубил. Ну читы там немножко. Фокси стартует, а Фокси активировался. О, сейчас мы его, кстати, увидим. О. Внимательно на дверь. Он бежит? Если что, наш жмёшь. Нет, пока что стоит. А, он уже бежит, я его уже ожидаю. Так, а что справа? Можно открыть справа калитку? Опять этих. Слышу. О, Чика к вам пошла. Она холодильник тряснула и к нам побежала, да? Да, она уже стоит около вашей двери. А что вы говорите, Фокс активировался, если он просто стоит? Он ничего не делает. Не, он активировался, он глаз открыл. Его даже видно не было, сейчас он типа выглядывает. Бонька хитрец. Бонька у нас хитрец, ходит туда-сюда. Так, это что, уже 4 часа, мы сейчас опять пройдем ночь? Так это же хард, и 7-я ночь, вы чё? Я думал, будет сложнее. Давай тогда это Soul Knights и. Подождите, мы еще не прошли, можем. Сейчас будет бежать, Фокси сейчас будет бежать. Кстати, когда Фокси приходит, энергия отнимается, смотрите. Вот, смотрите. А, он еще не бежит. А да вы задрали, его... активируется, он не бежит же. Я уже боюсь. Просто мне интересно. Как вы думаете, если он ударится об дверь, энергия потратится? О, бежит. О, слышим, бежит. Слышим. Энергия, видели, потратилась? Побежал. У нас уже меньше половины, еще час. Если он еще раз прибежит, то в принципе можем слиться. Не, ну нормально, не. Все, тупо шкеримся. До последнего. Чё-то Фредди не идет. Да Фредди он старенький просто. Куда ему ходить? Он же еще стоит Fast Night, да? Типа быстрая ночь или нет? Да нет, вроде дефолт ночь. Ага, понял. Давайте посмотрим. О, пришел, опять энергия потратилась. Нет, Фокс так стоит. Так что еще может и сольемся. А Чика ушла? Не, Чика стоит около вашей двери. И Бонни. А Бонька ушел в главный зал. Вот он стоит тут. Можете открыть уже. Можно? Ну да. Нет, Бонька возвращается к вам. Так а как все? Так-то быстро? Есть, вот мы прошли. Все, сейчас смотри. Мы подрубаем самое сложное, что здесь есть. Ну все, сейчас проверим. О, опять 7-я ночь. Ой, страшно. О, Дима, к тебе Чика поперлась биться башкой своей. Да, слышишь? Вон она жрет. В холодильнике еду ест. Она же запасы съедает. Ну да, вот блин, всю нашу пиццу съела. Это не холодильник, а печка. Идет. Что, закрывать? Видите, я в тебя включил, что видно все. О, Бонька тут справа. Да, я немножко облегчил нам жизнь, чтобы было интереснее. Типа, но все равно мы проиграем эту ночь. О, Фокси. То есть ты имеешь в виду, что ты выставил, чтобы нам было видно без этого?
Ну да, 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 видишь, теперь видно. Она там стоит. Да. Хорошо. Она там стоит. Я вам больше скажу, Фокси сейчас это активировался, и в любой момент он может побежать. Да? Да. Это же вон глаз моргает. О, побежал. Как? А, не, стоит. В свою позу встал, чтобы побежать резко. Эй, кто выключил камеру? Побежал. Все, ну мы наблюдаем, как он прибежит сейчас. Опа. Стучится. А, мало энергии тратится. Как палочки одной. Ой, вот, они смотри, смотрит. Тим, смотри, смотрит. Вон, все. И ушла. А, Чика, да? Обиделась. Можно открыть или нет? Пробуй. Все нормально. Все по феншую, пацаны. Мы затащим. Только 12 часов. Ну да, что тут играть? Детский садик. О. Чика жрет, я слышу, тарахтит кастрюлями. А че она такая голодная, как гусанек? Чика уже стоит, нифига себе, она кушает быстро. Ну, я не знаю, как она быстро. Фокси, Фокси. Готовьтесь, Фокси сейчас побежит. Да, смотрим. Да тут уже Бонька идет, поэтому я закрыл дверь. Так, Чика стоит, я вижу ее руку. Сейчас посмотрим. Дуэль у нас. Кто быстрее побежит, а я должен закрыть. Я победил. Молодец. Фокси бежит. А дверь закрыта, дверь закрыта. Он с Бонькой там... Опа, еще палочка потратилась. Видел? Все по таймингу идет. То есть он каждый час будет два раза активироваться? Отойди. Да. Смотрит. Сейчас уйдет. Такая тишина, все именно в ожидании убийств. Аниматроники нам энергию забирают. Ты думаешь? О, смотрит. Да, вот это у него взгляд стрёмный. Так, все, Бонька ушел. Фокси не идет? Нет. Ну, ты-то Фокси, она стрёмная. Смотрит в камеру. Прям на меня смотрит. Стоит, короче, стоит. Пацаны, все, Чика обиделась, можно калитку открывать. Опять хавать пошла. На кухню пошла. Да, она какая-то дурная. Третий раз, да, уже кушает? Кстати, к вам у Фокси сейчас будет бежать. Отлично, молодец, так, правильно. Будет. Лучше, знаете, предостеречься. Я думаю, она весь холодильник сожрет. Ты думаешь? Бонька еще к вам идет. Да, я веса набрала. Тогда кабаниха. Опа! Да она просто опустошила... Блин. Опустошила несколько холодильников. Она тебя гипнотизирует, понимаешь? Чтоб обиделась. Дверь открыл. Так, все, открывайте дверь. О, Фредди поет. Открывать? Нет, это Фокси поет. А, Фокси опять. Тут получается 4 аниматроника всего? Да. Ну да. Ну все, это по канону. Да. Это ведь первый FNAF, а не прошлый. СМИ. Ну пока мисс легко. Чика бежит. Ну нафиг. Одновременно и Бонька пошел. А Фредди где? Ой, Фредди музыку свою пустил. Опа, Фокси, Фокси готов. Сколько энергии? Все нормально, все, пройдем. Половина. Блин, энергия. Всего 2 часа ночи надо было все-таки на дефолт ставить. А чего? Мы сейчас проиграем. А, как слышишь? Мы должны четко играть. Не, мне кажется, все правильно. Все так и должно быть. Мы там хотим хардкор, или ты хочешь детский садик, или ты хочешь пройти именно максимальную сложность. Это интересно. Я боюсь. Я думаю, что это... Да не ссы, я так 100 раз сделал и проигрывал. Ой, выигрывал всегда. Ну, Чика ушла. Можно открывать. Так, все хорошо. Блин, ну она много раз приходила уже сегодня, раз 5. А кто там с фонариком бегает, я вижу вдалеке? Это наш. Кирилл. Это Кирилл. Ты не ссышь, если ты проиграешь, мы все вчетвером умрем. Сразу. Так и на столе они меня не достанут. Ты просто гейм овер сразу будет и все. Должны все именно четко, никто не должен проиграть и офис защищать. А Фокси сейчас побежит. Да? Все, закрывай калитку. Бежит. Бежит. Чика. И Бонни. Он сейчас, наверное, какую-то часть только отнимает. Ну нафиг, я закрываю. Все, прибежала. Вовремя я закрыл. Все, вообще, я уже чувствую ее. И ту неадекватную аниматрониху. Мне кажется, если сейчас открою дверь, как вы думаете, она убьет меня или нет? Не надо. Да. Нет. Да я проверял, я не буду открывать. Опять вот этот взгляд ее очень неадекватный, я ее даже боюсь. Фокси сейчас будет бежать. Да? Да, опять. Пацаны, а что-то у нас энергии совсем печально. Вам не кажется? Вот такая вот ночь. Все, а там стоит слева кто-то у нас? Ну, да. Сейчас... Все, бежит.
Мы сольемся, пацаны. Зря вы держите. Сейчас сразу открывай двери, когда он уходит. Все, открывай. А теперь можно закрывать. А на этой карте энергию не перезапустишь. Нет, какой? А может можно? Можно! Я пошел. Быстрее. Эй, Дима, спасай нас. Сейчас, я найду. А это не я он? Не нашел. Вот. Давай. Не нажимается, пацаны, поломалась кнопка. Аниматроники вывели ее из строя. Тут была кнопка, я помню, нажимаешь и перезапускается энергия. А может надо сюда попасть как-то? Генератор? А вот, тут какой-то ход. Вот еще. Вот, что-то есть. Нажимайте куда-то. Да нажми все кнопки. Фокси бежит, закрывайте калитку. Успели. Ну блин, ну я говорю, к Фокси бежит. Так, а нет, мы закрыли дверь, мы закрыли. А он нас убил. Еще. Энергия села, я слышал по звуку. Да. Энергия. И что, мы проиграли? Ну да, потому что Soul Knights стояла. Я вообще знаю, из-за чего мы проиграли. Гусанёк, ну догадайся, из-за кого мы проиграли? Ну, из-за... Правильно, из-за Уга-Буга. Ну что ты сделал? А что я сделал? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Профит, Подлючка. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Ребята, сегодня у нас будет прохождение FNAF, но мы сделаем кастомную ночь. Сейчас я вам все покажу, как здесь можно все устроить. Мы для начала включаем всех аниматроников. Вот так вот. Включаем даже вот этого чили-пиздрика. И поставим, давайте, AI-10. Надеюсь, это не сильно будет сложно. И нажимаем старт. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем сложную ночь. А в глазах потемнело. Ничего страшного, ты медленно моргаешь. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Заходите в наш Discord, ссылочка в описании. И обязательно классный комментарий. Слышите, уже звук пошел. А нет, мне послышалось. Сейчас я кое-что возьму. Так, а ну я пройдусь пока по пиццерии. Надеюсь, они меня не убьют здесь. Главное нам не умереть всем четырем сразу. Все, ой, Фредди пошел. Ой, Чика уже стоит, тихо. Блин, Фокси будет бежать, закрывайте дверь. А, закрывайте дверь. А, я живой. А где ты? Я живой. А, блин, Фокси пришел. А мы специально, пацаны, подались, кто смотрит ролики. Ну это ж случайно, да? Там Фредди в углу присел, мы что, виноваты? Ай! Да что за бред? А чё, я сложно же небольшую... Да что за фигня? Да чё вы заходите и стоите? Сразу отбегайте. Гляньте, Фредди стоит. Это же небольшая сложность. Чё такое? Я не знаю, это они какие-то эти... Так, смотрим на Фокси. Так, Фокси нормально. Блин, я хотел закрыть дверь, но у меня какая-то тут невидимая преграда была. Это странно очень. Бонька стоит. Вы же помните, что когда приходит аниматроник, еще 5 секунд ждать, когда он идет. Сразу нельзя открывать двери. Молодец. Опа. А там это... Пицца Чика ушла или нет? Сейчас скажу тебе. Таран. Не открывай сразу, обязательно ждите. Нету. Так, энергия полная. Блин, у меня время не идет. Это что, мы проиграли? А если мы проиграли, они бы тогда не шли. Значит, сейчас появится время. Так бывает, это небольшие баги. Что не сильно режим допиленный. Что не сказали, что Фокси бежит. А ты успел закрыть? А он стоит. А как так-то он побежал и сам стоит там? Ну, он уже побежал и вернулся. Он телепортируется, что ли? Эй, нечестно так. О, напишите в комментариях, с какого мультика или фильма у Гусанька персонаж. Скин его, только никому не подсказывать. Написать в комментариях. Открывай, блин, сразу 5 человек кнопку жмёт. Он нам перекрыл камеру, мы не видим Фокси. А, не, видно. У него рука поднята, пацаны. Все, не открываем. Он намахает. Он сейчас будет бежать. Ждем. Я хочу даже... Блин. Привет передает. Смотрю на камере Фокси и хочу за ухо заглянуть. Но это у меня интеллект не очень высокий. Он бежит. Нам Чика потеряла головой. А как он бьет по калитке и там стоит? Это ж незаконно. Так, песни поет. Вам тоже слышно это? Да. Это хорошо. Смотрим. А пить яйца можно. Что пришло кто-то? Там Чика стоит вдалеке. Бонька здесь. А если вдалеке стоит, она не убьет. Когда только возле двери закрывай. Открывай. Блин, ты когда открываешь дверь, у меня немножко страх есть, что нас просто всех замочат. Да мне тоже, сейчас такой, знаешь, скримак так все этот. Тогда, и просто ночь остановится. Фокси руку поднял, пацаны, готовьтесь. Бежит! Быстрей! Хорош. На!
Вот псих. Ребята, давайте, если вы поставите много плюсиков в комментариях, то мы поставим самую максимальную сложность искусственного интеллекта у аниматроников. Мне кажется, это будет эпичное сливание наше каждые 5 секунд. Так, Фокси песни поет. Как всегда. Как всегда, песни, да, любит он попеть. И мочить нас. Ну, начало как-то у нас такое было сумбурное. Как-то мы все сразу посливались. А, я ж вспомнил, мы подались. Дима, это уже все в прошлом, ты забудь это. Да-да-да. Руку поднял. Ой, Бонька. Быстрей. Фух, слава богу. Ёкалэ-манэкалэ. Все, рука поднята, дверь не открываем. Это уже Фокси будет четвертый раз бежать. Да. Капец. Так, у меня опять время не отображается. А почему? Ну, вроде рука... О, бежит, 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 бежит. Отлично. Надеюсь, мы пройдем. Эту ночь очень хочется. Не открывай, тут еще Бонька стоит. Да-да-да, я вижу. Надо еще ждать, обязательно. Я под личку на кафе стою. Так, шкатулка, я слышал. Завожу шкатулку. О, я сейчас, давай, короче, побегу, посмотрю. А ну отойди, я хочу посмотреть шкатулку. Марионетки. Не, она сидит. Боня. Не вылазит, пацаны. Ну ладно, ну, пусть это все и, нормально. Это и хорошо. Это отлично просто. Это очень хорошо. Фокси, Фокси сейчас бежать будет. Ну шкатулка уже зеленчит. Ты... О, отображается, 3 часа ночи, пацаны, все хорошо. Полночи прошли, представляете, какие мы молодцы? Да. Ну, видишь. Вы просто улучшие. Мужики. Лучшие мужики. А че текстурки нет здесь? Фокси бежит. Иду. Пятый раз уже бежит. Что, сумасшедший, что ли? Псих. Он нам хочет дверь поломать, пацаны. Кстати, у нас энергия еще не села. Мы что, прям сильно хорошо играем? А знаешь, да, у вас там больше всего работы, потому что я просто стою за это, на правую дверь смотрю, ничего нет. То есть, короче, если мы проиграем с правой двери, значит ты косячник, и ты будешь наказание нести. 40 ударов плетью. Монтировка, 40 ударов монтировка. Опа, началось. У вас тоже был? Да, да, да. Это значит проснулся фиолетовый человек, что ли? Не знаю. Телепиздрик? Телепиздрик, да. Фиолетовый телепиздрик. А давайте я эту камеру включу. О, я Фокси ближе вижу. Рука поднята у Фокси. Закрыта дверь. Не, давайте лучше назад включим эту камеру. Да, она, та камера просто не двигается. О, смотри, блядь, не двигается камера. Батарея села. О, да? Блин, 30% батареи села. А у нас 4 часа. Все, бежит. Бежит, бежит, бежит. Двери не открываем. Опа, и телепортировался. Теперь я увидел, как это работает. Только он бьет по двери, сразу назад возвращается. Отлично, ребят. Ну, у нас прям вообще слаженно все и работает, и мы играем вообще великолепно. Молодец, молодец, успел. Да, ребята, сложная ночь. Короче, если мы сейчас пройдем эту ночь, поставим больше левел. Мне кажется, это вообще будет какая-то жесть. Что там? Уходи, ты нас пугаешь. Только ж сразу не открывай, когда он идет, подожди еще. Я знаю, я знаю. Я просто боюсь, я хочу, чтобы мы прошли. Представьте, будет 5 часов ночи, и мы проиграем. Фокси руку поднял. Тут и Чика тоже. Видишь? А! Ой, этот... Тут Фредди. А я его не слышал жужжать, он должен жужжать же. Да он жужжал. Он жужжал. А чё ж ты не сказал? А он появился только в офисе, я не успел сказать. Я говорю, золотой Фредди, и тихо, мы умираем. Тихо. И чё? А не, Фокси бежит, значит дождь продолжается. Бежал. Ну блин, мы все четвером умерли, да? Ну ничего страшного, дождь же продолжается. Опа, Балунбой проснулся. Балунбой. Вы чё, сговорились один... что ли? Челепиздрик проснулся. С мячом. Челепиздрик мячковый. Не, вот мельчпиздрик. Ага. Мельчпиздрик. Блин, настроение отлично. Тут пугаться надо, у нас веселье. Фокси опять руку поднял. Ну ты представляешь, что он делает? Каждые 30 секунд он к нам бежит. Готовься, гусанё, готовься. Там Фредди стоит. 5 часов утра. Мы сейчас пройдем, пацаны. Мы пацаны. Лично. Бежит! Бежит! Закрывай! Ё-моё, это очень стрёмно. Он там стоит до сих пор. Мы успели, мы успели. Так, ну что, эту ночь мы прошли, сейчас я буду ставить самый большой левел. Опа! Дурак, что ли? Испугал меня. Он там стоит за дверью, вон там он. Это он нам скримеры кидает? Как он это делает? Да. Он там стоит вот за двери почти, что он может там кидать скримеры. А ну дай посмотреть. Иди. Ох ты. О, знаете, что мы в следующий раз делаем? Мы прям скачаем гейммод по ФНАФу, там где вообще очень жесткие правила будут, нельзя там так ходить.
Ну, я надеюсь, мы пройдем. Это вообще классно сделано. Так есть такой. Я знаю, я забыл за него. Фокси руку поднял. Закрывай, все, прощай, гусанёк. А что ты живой? А он меня, я в нем. А, тебя сейчас Фокси убьет. Давайте посмотрим, как его... У нас сейчас энергия сядет. В смысле? Есть! Ой. Мы прошли! Блин, ну это круто. Это прям вообще жирняча. А чё, будет продолжаться ночь или нет? Или все таки остановится? И Фокси бежит. А, у нас батарея села. И опять, смотрите. А! Да мы же прошли! Давай. И сейчас мы запустим сложную ночь. Ой, ребята. Сейчас будет нам весело. Так, давайте. Они все включены. Включаем тоже этого челепиздрика и фиолетового человека. Так, ставлю АИ-15. Не, давайте 20 сразу. Помучаемся, да? Ясно, сразу поиграем. Ну, блин, даже если не пройдем, хотя бы попробуем полночи пройти. Отлично. Отлично! Брафи, ты в курсе, что мы с тобой видели Мишку Барни? За дверями. Барни? А тут что, Барни есть? Да-да-да. Ой! Уже? Я только вышел, она появилась. Ай! Да блин! Дурак что? А чё я жужжание не слышу? Меня нормально на звук не скачали, по-любому. У меня тоже, в принципе, ничего такого. У тебя же этот экран моргал? Ну, двигался, дергался? Нет, не было ничего такого. Когда уже умер, он двигался, дергался. Ай! Опять? Ты чё, сумасшедший, что? Я ничего не пойму. Чё за бредятина? Читы. Как он так приходит? Так, ребята, после записи обязательно надо скачать... Snuff Sounds, насколько я знаю, там 100 с чем-то мегабайт весит. Там все звуки есть. Я слышал. Давайте так, у кого есть этот звук, вы говорите, что идет жужжание. Мы будем выбегать. О, стучись в двери. Опа. Пришел. В окно стучит. Михалыч. Выходи, нас нету еды. Давайте включим вот эту вот камеру. Он фиолетовый. О, все, я теперь вижу. Ай. Ой. Что за атаки жесткие? Так, давайте табуретку удалим. Ай. Я знал, что мы не сможем пройти 20-ю ночь. Я успел закрыть. Ты 20 поставил? Ой, 20-й левел сложности. Ну, ты то чего? Есть это 20-я ночь. Бежит Фокси, не открываем. Не открываем, не открываем. Бежит. Вот это атака на нас. Ну все, сейчас мы затащим. Точно, да, не проиграем? Открывай двери. Да как? Что за бред? Его же не было там. Как такое может быть? Видимки. Читер, читер. Реально, он так. Да это бред какой-то! Они нас атакуют! Мы тоже не есть. Есть еще сложнее мод. Называется It's Me мода. Он вообще имбовый. Это просто нас там будут нагибать. Да. Ну да, да, конечно, естественно. А сейчас что происходит? Веселье, да? А сейчас это легкая прогулка по парку. Да, поддаемся. А, мы поддаем. Вдвоем сразу пришли. Ну, ребятки, ну ведь всего. Да мы не поддаемся. Это мы уже ложки, петушки. Да как пройти это? Лянь, Бонька стоит. Где? Вон он, лянь. А он так не убьет. Опа, бежит Фокс. Три аниматроника. Три. Четыре. С ума сошли? Короче, я закрылся, потому что не страшно так. Да не бойся, давай я открою. И мы не проиграем. Я контроль, давай я буду правую дверь контролировать. Я ж псих. Дима, заходи, заходи, быстро заходи. А чё? Он там стоял, этот, вот там стоял. О, вижу, вижу, но он так не убьет, он только убивает, когда стоит возле двери или возле окна. Так что можно открывать, не бойся, он так не убивает, он сыт стоит. Он ушел. Бонька ушел. Нассал на угол и ушел. Аниматроники пакостники. Не, он там обосрался. Ай! Да жужжание, ну. Да никто не слышал. Да? Не, я слышу. Так чё ж ты молчишь? Ай! Да это нереально пройти! Да как мы пройдем этого? Они там бесконечно идут! Я закрываю двери, я манал, закрывайте калитки все. Все. Да как? Что за фигня? Ну... Поставил самый сложный левел, как я люблю, и мы будем теперь сидеть и очковать. Ну, знаете, мы так долго же не просидим, сейчас же придет опять Golden Freddy. И нас всех убьет. Да фиг с ним. Все, давайте так, сейчас если мы проигрываем, то эту ночь мы не засчитываем к прохождению. Это будет по-честному.
Все, очень аккуратно играем, очень. Если ты слышишь жужжание, сразу говори жужжание. Так он появляется в офисе. Но он жужжит перед этим. Извини, извини, извини. Меня зверь убил. Так должно было быть. Пожертвовали охранником. Лучше мы тебя убьем, чем мы все сольемся. Вот он. Стучит. Блин, я боюсь дверь открывать. Все, я спрятался за этим. Все, а оно тебя не спасет. Опа, я хотел уже открывать, Чика пришла. Че, изговорили, что ли? По 4, по 5 аниматроников приходит. Ну это вообще импассибл какой-то. Как? Там еще 6. А мы двери не будем, да, я так понимаю? Лучше с закрытыми калитками сидеть. Оле, жесть. Раз, два, три. А! Ну, открыл калитку. А гранала закрыта, не? Ой, она опять пришла. Какой-то дурной, уйди отсюда. Ну все, эта ночь не засчитана, мы не смогли пройти. Ну это вообще жестко. Я манал, я чищу карту, я хочу жить. Все, ребята, давайте, пишите в комментариях много плюсиков, и мы тогда постараемся пройти еще сложнее режим и цми моды. Давайте я полечу, даже покажу, как он выглядит. Вот, этот самый сложный мод в этом режиме. Его просто нереально будет пройти, но мы ради вас его включим и будем страдать и страдать и страдать. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Срывай всех! Давай! Пока!